Всем доброго времени суток, с вами Среда Детектив, и я решил сделать полный гайд на Тамуза. Приятного просмотра. Сначала начнем, пожалуй, с навыков. Навыки Тамуза призваны на то, чтобы максимально помочь своей команде, имеет высокую живучесть, обладает хорошей мобильностью и большим массовым уроном. Пассивный навык. Великий орд лавы. Пассивка вызывает эффект ожога, который наносит урон 12 плюс 5% от физической атаки. Складывается до 3 раз. Дополнительно, когда Тамус подбирает свои косы, его следующая базовая атака нанесет дополнительно 100% от физической атаки и замедлит врага на 30%, продолжительностью 2 секунды. В момент такого урона под вражеским героем появляется лава, которая взорвется через 2 секунды, нанося урон врагу в размере 50 плюс 110% физической атаки чистого урона. Первая способность – горящие косы. Бросает в указанном направлении косы, при попадании по врагу они нанесут ему урон в размере 150 плюс 60% физической атаки героя. Дополнительно они будут замедлять на 30% и обжигать его, нанося урон каждые 0,5 секунд в размере 45 плюс 25% физической атаки. При возвращении косы притянут к Тамузу противника, их также можно подобрать, когда выпущенная коса. Герой повышает скорость передвижения на 25%. Второй навык – топот бездны. Тамус прыгает в указанную область, нанеся урон противнику в размере 230 плюс 60% физической атаки героя. Все враги, которые оказались в зоне поражения, будут замедлены на 25% на 2 секунды. Примечание. Когда мы прожимаем навык первый и после активируем, то они возвращаются к Тамусу, при этом сбрасывают этот навык. Ультимейт – выжигающее инферно. Тамус извергает лаву, нанося урон по врагам в размере 300 плюс 80% физической атаки героя. Вокруг героя образуется выжженная земля, которая действует 9 секунд и наносит урон по противникам в размере 20 плюс 5% физической атаки героя. Обжигание происходит 2 раза в 1 секунду. Дополнительно он получает 22% скорости атаки, и каждая базовая атака восстанавливает 3% здоровья. Но это не точно. О навыках мы поговорили, теперь мы поговорим о сильных и слабых сторонах данного героя. Сильные стороны. Первое. Обладает разрушительным уроном с первого уровня. Второе. Выживаемость. Третье. Имеет мобильность. Четвертое. На стадии игры можем проявлять излишнюю агрессию при правильном использовании навыков. Пятое. Один из сильнейших соло-лайнеров. Слабые стороны. Первое. Легко держать на расстоянии. Опытные игроки стараются его не подпускать к себе. Второе. В лейте без ульты не представляет особой опасности. Третье. Уязвим к контролю. Четвертое. Нужно уметь правильно использовать скиллы и уметь правильно играть на данном героя. Не для новичков. Естественно. Тамус. Универсальный боец, который компенсирует свои недостатки плюсами. На данный момент является одним из сбалансированных соло-лайнеров. Нельзя выделить Тамуза как лучшего бойца в какой-либо категории. Фарм, ганги, убийство, урон, мобильность и так далее. Но он обладает неплохими возможностями в каждой из этих категорий. Игра за Тамуза требует осторожности, поскольку нельзя допускать лишних смертей, но играть слишком пассивно не рекомендуется. Нужно понимание того, когда следует реализовать максимум возможностей Тамуза. А для данного понимания требуется практика. Тамуз – герой, которым трудно овладеть в плане микроконтроля. Он сложный в плане понимания игры. Эмблема и боевые заклинания. Если мы стоим на опыте, то хотим иметь живучесть, поэтому берем базу заклинаний отомщения, и в этом можем свободно выживать и убивать вражеских героев. Классика для Тамуза. Эмблема бойца, дополнительный перк 2.
С ульты мы сможем вампирить дополнительно, так как эта эмблема имеет перк на вампиризм. Вторая же эмблема для леса, эмблема лесника с третьим перком. Это классика на рангах 600 и 8 КПТС, а даже выше, кстати. Здесь мы делаем упор на забирание черепах и лордов, так как эмблема дает 20% урон по черепахам и лорду, а также уменьшает урон по вам. Поэтому вы свободно можете забирать и черепах, и лордов. Сборки. Есть три сборки: живучесть, разрушительный урон и сборка для леса. Давайте разберем их все. Первая сборка. Эта сборка предназначена делать упор на живучесть. Первый предмет — сапоги воина, защита от стрелков, так как они наносят очень много урона, и почти все стрелки имеют физический урон. Второй предмет — проклятый шлем, наносит урон за счет своего запаса здоровья. Чем больше его, тем лучше будет для нас, так как мы наносим еще больше урона. Третий предмет — господство льда. Это классика против врагов с отхилом. Четвертый предмет — коса коррозии, основной предмет, чтобы замедлить врагов. Пятый предмет — сияющая броня против мага с продолжительным уроном. И шестой предмет — шиповка, имеет отмщение после полученного урона. Вторая же сборка — от магов и нанесение высокого урона для опытных игроков. Первый предмет — прочные сапоги против контроля. Топор войны для увеличения урона и физического проникновения. Третье — коса коррозии, основа. Четвертый предмет — бессмертие для живучести и возрождения после смерти. Пятое — щит Афины против магов с высоким уроном. Шестое — топор кровожадности для вампиризма от навыков. Третья сборка для леса. Первый предмет — прочные сапоги с благословением пламенного охотника, чтобы наносить много урона. Второй предмет — коса коррозии, основа. Третий предмет — топор войны. Четвертый — шиповка. Пятый — оракул для восстановления от ульты и перезарядка навыков. Шестой предмет — грубая кираса для поднятия характеристик и увеличения скорости передвижения. Каждая из сборок работает эффективно. Hey, that's pretty good. Геймплей. Предпочтительно там он замети на опыт линию и лучше всего соло лайн. Начинаем с пачки крипов. После этого, как забрали пачку, стоит бить врага в зависимости от его способностей. Пытаемся уменьшить здоровье у врага. Если враг начинает отдавать ответку, прожимаем отмщение, оно поможет нам заставить уйти врага на базу. Так мы сможем быстрее выформиться и начать доминировать на линии. Если начинается файт на черепахе, то сначала забираем пачку крипов, идем на черепаху, принимаем урон на себя, так как у нас живучести хватает, пытаемся отогнать вражеского лесника, возвращаемся на линию, продолжаем защищать вышку. В 1 и 2 мы можем вытащить, но в 3 придется ждать команды. Пока придет команда, затем атакуем только кора. Основная цель — это убийство кора в этой ситуации. Основная цель этой игры — пуш, поэтому стараемся не дать спушить врагу, и уже когда спушили, можно немного расслабиться, но не сильно. Если придут враги, они могут спушить и забрать вашу территорию. Сборки выбираются по удобству, выбираем так, как считаем нужным, они работают эффективно. В лейте мы входим в роль защитника или же саппорта, в зависимости от сборки. Наши способности смогут замедлить, а также выбить из инвиза. Конечно же, нужно держаться в команде, так как в лейте шансы на выживание у Тамуза в одиночестве равняются нулю. Если вы находите заблудившегося АДК или мага, то убивайте их без промедления. Совет. Научитесь правильно использовать косы Тамуза, поскольку именно от этого контроля будет зависеть ваша реализация данного героя. Старайтесь бросать их всегда в направлении вашего движения, чтобы быстрее добраться до пункта назначения. Бросайте их немного левее или же правее, чтобы быстрее сократить расстояние. Ведь если Тамус отходит слишком далеко, то они же возвращаются к нему. Не стоит забывать о том, что косы на обратной дороге могут притянуть за собой врага. Таким образом можно сбивать различные вражеские способности. Второй навык — Фани, ульт Минотавра, одеты и так далее. Да и данная фишка
поможет вам сократить расстояние с вашим врагом при правильном использовании навыка. Примечание. После использования первого навыка косы не проходят сквозь крипов, а останавливаются при столкновении с первой целью. Хоть все же они продолжают двигаться очень медленно вперед. Это можно увидеть, если присмотреться. Комбинация. Первый навык, затем второй. После ударяем базовой атакой, затем первым навыком. И также базовая атака. Если делать все правильно, то вы сможете буквально уничтожать врагов, которые встретятся у вас на линии. Старайтесь использовать вторую способность только в случае, когда вы уже выпустили косы. И еще одно маленькое примечание. Не используйте ульту до начала сражения, поскольку именно при активации способность наносит урон противнику. Лучше начать сражение в гуще битвы, включить его, импакта будет больше. Что не сказал в этом видео, обязательно пишите в комментариях, пишите, какие видосы еще снимать. И если вам понравился этот гайд, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Мистер Детектив, еще увидимся. Ладно. Труса хорошо, ладно.